здесь не могу, то я говорю, здесь плохо, да, мне надо куда-то туда. Ну и тогда начинается текучка кадров, саботирование и прочее, прочее, прочее. Поэтому переход с этапа на этап, это помимо чисто технических вопросов, которые надо решить, изменив систему управления там, с грибного колеса на дизель хотя бы, да, или там с дизеля на атомную подводную лодку, чисто технические вопросы есть. Плюс к этому управленческие, да, то есть это должны люди быть, которые понимают понятие субординация и так далее.